Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco X6 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем «Изменить». Проходим вниз, ищем ночной режим уже тут. Находим и нажимаем на плюсик. Нажимаем на галочку. И теперь, нажимая сюда, мы можем включать и выключать ночной режим. А если зажимаем на нем пальчик, то переходим в настройки. Так как мы включаем его первый раз, нас сразу перекидывает в настройки. Здесь одновременно с данным режимом мы можем включить функцию «Не беспокоить», либо «Выключить». Нажимаем «Далее». Можем настроить расписание для данного режима. Нажимаем «Готово», нажимаем «Разрешить». И здесь мы можем также перейти в настройки экрана в ночном режиме и включить или выключить оттенки серого. Также темный экран можем включить или выключить. И уменьшение яркости обоев и темную тему. И на этом... и также мы можем отключать ночной режим при срабатывании будильника. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.